тут обжиматься? Янка бесстыжая! Все матери расскажу! Да пожалуйста, жалко что ли? Я тебя люблю. А ты меня любишь? Ну все, иди. Так любишь или нет? Иди. Иди. Опять всю ночь шлялась. Сама решу, что мне делать. Сама? Неужели соседи вон участие принимают? Не их ума дело. А твой ум где? От большого ума с этим Иваном связалась. Что не так? Так все не так. Ни работа у него, ни профессия. Смотрит, берюк. Ни здрасте, ни до свидания. Вот он на тебя так смотрит. А на меня по-другому. Нежно, с любовью. И какая польза от его любви? Большая. Мне с ним хорошо. Я за ним как за каменной стеной. Он любого убьет, если кто меня обидит. Так и сказал. Янка, он тебе сейчас в уши дует про любовь. А потом залетишь от него, что делать будешь? Ты подумала? Тоже мне проблема. Сама знаешь. Да что знаешь-то? Ты выпустишь меня, как Ромкину бывшую. Всего делов. Ты что? Совсем, что ли, совесть потеряла? Я совесть потеряла. А ты такая вся правильная, воспитываешь меня, а сама детей убиваешь. Так лучше быть шалавой, чем убийцей. Нелька вон к свадьбе с Ромкой готовится. Сияет, как медный таз. Меня, между прочим, свидетельницей звала. Погоди, я не сделала Рите аборт. Слышишь, не сделала. Она рожать будет. Да ну? А ты что подумала, что я убила бы ребенка ради того, чтобы эта дрянная Нелли жениха себе нашла? Да мне-то какое дело? Вообще считаю, что в любви все способы хороши. Я, между прочим, и сама Ивана у другой отбила, вот так-то. Может быть, сходим куда-нибудь? Давайте на речку позагораем. Нам, может быть, на дискотеку? Ну, не знаю. Ты как? Ой, куча дел своих было на завтра. Ладно, девочки, потом решим. Да, подумаем. До завтра. Подумаем. Ну что, пока. Да, пока. Алексей! Да, дядь Борь! Вы! Слава Богу! У вас же телефон с собой? С собой? Что случилось-то? Да, мы с Жириком в парке гуляли, и там женщина. Она как закричит. Дядь Борь, давай зовут так. Я сейчас узнаю, что там. Где, в парке? Да! Может, все-таки вызвать наряд? А у вас оружие хоть есть с собой, Жири, сидеть?
А ты чего, не спишь? А ты чего? Работал. Ночью? Следователь звонил из города. Ребенок пропал, подросток, 14 лет. Нужно составить план мероприятий. Егор? Что ты сказала? Откуда ты знаешь, что его зовут Егор? Нель, я вопрос задал. Я знаю, что у тебя есть сын. Я последнее время стала корицу в кофе добавлять. Конечно, многие говорят, что это аромат на любителя. Но мне так больше нравится. К черту твою корицу. Ты когда узнала про Егора? Ну, я тебе сейчас не скажу сразу, когда. Но я, конечно, хотела тебе обо всем рассказать. А потом подумала, что будет лучше, если я сначала встречусь с мальчиком, поговорю с ним, подготовлю его к встрече с тобой. Никто же не знает, как бы он отреагировал. Поэтому я попросила Ивана привезти его в дом твоих родителей. Ну, это как бы нейтральная территория. Вот, конечно, очень важно, чтобы корица была настоящая, а не та, которую везде продают. Вот это, к сожалению, не уточнено. Что значит попросила привезти? Насильно отвезти? Ты сумасшедшая? Ты понимаешь, что Егора объявили в розыск? Ромочка, все не так. Егор поехал с Иваном абсолютно добровольно. Я с ним обо всем договорилась по телефону. Это Иван воспользовался ситуацией и стал меня шантажировать. Что значит шантажировать? Ну, он отвез Егора в какое-то другое место, я не знаю куда, стал требовать у меня денег. Ты вообще понимаешь, что ты натворила? Получается, что Иван похитил человека, а ты соучастница. Это статья. Ром, ну какая статья? Я хотела как лучше, а главное по закону. Мать мальчика в больнице умирает. И автоматически ребенок переходит к другому родителю. Ну, я ж не знала, что Иван выкинет такой кульбит. Рита умирает? А что с ней? А что ты так сполошился? Кто это Рита тебе 15 лет не вспоминал? Какая она про тебя? У нее от меня ребенок, мой сын. Ты почему мне об этом раньше не сказала? Я вообще не понимаю, что ты хочешь. Спасибо, наконец-то поинтересовался моими желаниями. Я хотела усыновить Егора. Ты так мечтала о детях. А тут, пожалуйста, готовый родной. И мать его как раз скоро умрет. Ты сумасшедшая. Быстро звони Ивану! Быстро! Зачем звала? Говори только быстро. Не бросай меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Я тебя так люблю. Я сделаю для тебя все, что ты хочешь. И она увидит. Пусть видит. Я, может быть, хочу, чтобы она увидела. Пусть она видит. Пусть она знает, как у нас было хорошо, пока она не влезла. Ты знаешь, как я ее ненавижу. Я ее хочу задушить, слышишь? Слышишь? Хоть пальцем ее тронь. Я тебя убью, поняла? Ань! Чего вы тут? Сейчас фотографироваться будем. Пойдем. Что случилось? С чего? Так, опять из-за Янки? Нель, почему он меня бросил? Чем я хуже ее? А Янка тоже подруга называется. Никогда я этого не прощу. Слышишь, я никогда этого ей не прощу. Ань. А, девчонки, вон вы где. Васей, что вы здесь шушукаетесь? Так, а что такие грустные? Случилось что? Ничего, все нормально. Так, если нормально, пошли. Там уже торцы ждут.
Ты иди, иди, Ром. Мы сейчас подойдем. Я жду. Только сначала фотографируемся, потом торт. Хорошо. Ну, так, умываться сейчас пойдем. Прости, не хотела тебе портить, прости. Ань, ну ты же знаешь Яну. Слышишь, как я ее ненавижу, она меня еще увидит. Она мне еще узнает. Ай, зачем мы красились у дорогого стилиста, скажи. Я ее ненавижу. Алло, да. Лина Анатольевна. Простите, вы кто? Это лечащий врач Твинская вас беспокоит. Мне дали ваш номер телефона. У меня хорошая новость. Наша больная вышла из комы, и ее перевели в отделение интенсивной терапии. Да, она очень хочет сына увидеть, а его телефон не зоны доступа. Так вы передайте, чтобы он часиком к 11 подъезжал. Ну, как мы? Уже лучше. Вы дозвонились моему сыну? Нет, я говорил с вашей родственницей. Она подтвердила, что с вашим сыном все в полном порядке. Родственница? Да. Какая родственница? Дина Анатольевна. Ой, это не родственница, это знакомая. Ну, вам виднее, кем она вам приходится. Давайте мы лучше о вас поговорим. Это чудо, что вы вышли из комы. А вы этого не цените. Я ценю, доктор, ценю. Но мой сын... Ваш сын будет вечером. Часы, отведенные для посещений. Ваша родственница, простите, знакомая, она это подтвердила. У нас с вами еще очень много дел. Танечка, вы продолжайте. Как вы себя чувствуете, Маргарита? Лучше. Гораздо лучше, чем было. Вот и замечательно. А в нашем отделении вы быстро на поправку пойдете. Вот увидите, у нас здесь такие врачи. Да, мне повезло. Конечно. Близкие вас очень любят, не всем по карману здесь лежать. Не понимаю. Тут и понимать нечего. Радоваться нужно, вот и все. А давление у вас в норме. Спасибо, Танюша. Ольга, вставай, пожалуйста. Оля, вставай. Мам, я сплю. Я понимаю, ты в Вийск со мной поедешь? А, в Вийск? Да, конечно. Давай, давай. Ой, я в одежде заснула, даже не заметила. Ругаться буду? Нет, не буду. Давай, переодевайся, бегом. Все. Я тоже сейчас соберусь. Брать куртку? Ты что здесь делаешь? Ну, конечно, брать. Ничего. Гущин! Открывай, Гущин! Да нет там никого, походу. Дверь ломайте. Без постановления. На каком основании? Ребенок похищен. Тебе мало этого основания? Ломайте двери. Ответственность я беру на себя. Давай. Гущин! 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 Да нет тут никого. Вижу. Ни Гущина, ни пацана. Из управления только что позвонили. Гущина еще вчера за хулиганку взяли. И в третье отделение отвезли. Ну вот, а вы мне мозги крутите. Из постели вытащили, ни свет, ни заря. Это еще не вся Петрушка, оказывается. Его потом из отделения выпустили. Во время ночной пересменки. Ну что за болваны на земле работают, а? Ну и где он?
Доброе утро, Вера. Да помню я про планерку. Не опоздаю я. До встречи. Герда? Давай поторопимся. Смотри уже, время. Дина, здравствуйте. Мам, это та самая женщина, фотография показывала, с которой папа встречался. Здравствуйте. Я Екатерина. Мы можем с вами поговорить? Мы, к сожалению, на электричку опаздываем. Извините, пожалуйста. Всего 5 минут, Дина. Я тоже спешу на работу, но это действительно важно. Погуляй пару минут, ладно? Пойдем. Ну, и о чем вы собрались со мной разговаривать? О Сереже? Да, о нем. Вы знаете, он ведь переехал ко мне и... Я этого не знаю и не понимаю, зачем мне это знать. Вы что от меня хотите услышать? Мы с ним не женаты, никаких обязательств друг перед другом у нас нет, так что... Дина, вы все не так поняли. Я бывшая жена его брата. Он что, вам ничего обо мне не говорил? А о том, что у него есть племянник? Так, подождите. Значит, тот мальчик на фотографии – это Сережин племянник. Сережа очень редко говорил о брате. Я тоже его с этой темой не дергала, и я так поняла, что это для него очень тяжелая травма. Получается, что вы его родственница. Но он никогда о вас ничего не говорил, так странно. Это непростая история. Сергей винил меня в смерти брата. Не хотел ни видеть меня, ни слышать. Только недавно мы начали снова общаться. Ну, у него был какой-то повод вас винить? Когда Диму списали на берег, он очень изменился. Он ведь не мыслил себя без моря. Стал раздражительным, цеплялся по мелочам. Однажды увидел меня в компании коллеги, мы пили кофе, болтали, смеялись. Но ему этого оказалось достаточно. Он вспылил, обвинил меня в неверности, дальше больше, накрутил себя. Сергею обо всем рассказал, что жена ему изменяет. Да, Сережа тоже очень ревнивый. Дин, Сергей очень хороший. Он вас очень любит. Он хороший человек. Знаете, с тех пор, как мы живем под одной крышей, я вижу, что он переживает. Он места себе не находит. Тогда я не понимаю, почему он ушел тайком и даже не поговорил со мной. Он не ушел тайком. Он ушел тихо, чтобы напоследок не наговорить обидных слов. Он правда очень хороший. Он мне очень помогает с сыном и... Извините. Планерку перенесли. Нужно бежать на работу. Дина, спасибо, что выслушали. Всего вам хорошего, Дина. До свидания. До свидания. Зачем эта женщина приходила? Что ей надо-то? Папа к ней ушел, да? Ты представляешь, оказывается, все не так. Она его родственница. Как это родственница? А почему он нам о ней ничего не рассказывал? Давай-ка я по дороге тебе все объясню. Пойдем, а то опоздаем. Пойдем, 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 пойдем. Давай. Какая разница, где Гущин? Главное – найти мальчика. Так вы же сами сказали, что пацан у Гущина, значит, его и нужно искать в первую очередь. В первую очередь нужно обыскать здесь все вокруг. Да вон же он, паскуда! А ну-ка, стоять! Стой! Стой! Гущин! Открываю! Давай, давай! Так, давай руку. Давай, давай. О, ты как, Егор, нормально? Да, вроде. А вы кто? Из полиции? Типа того. Так, ты уверен, что с тобой все в порядке? Пить хочу. Так, сейчас мы организуем. Так, вот. На. Давайте.
А вообще, как узнали, что я здесь? Вам Елена Александровна сказала? Или она в сговоре с бандитом? Нет, Елена Александровна здесь ни при чем. А. Какой ты взрослый. Мне 14, почти 15. Вы на машине? Да. Можете меня куда-нибудь до станции докинуть? Просто... Просто у меня мама в больнице, мне очень к ней надо. Да, конечно, я тебя прямо к маме отвезу. Спасибо. Пойдем. Что такое? Погодите. Блин, мне этот Роджер рюкзак забрал с телефоном. Наверное, где-то там сейчас. Да, с мальчиком все в порядке. Он в доме у Гущина. Он даже не испугался. Крепкий парень. Сейчас я его к матери отвезу. Зачем в отделении? Какие протоколы? Я парня сейчас отвезу к его маме. Все, точка. Нужны будут протоколы, сами потом составите. Я не буду отвечать за самого простого. На каком основании? На том основании, что я его отец. Нашел рюкзак. Вроде все цело, только телефон разряжен. Ух ты! Вот и малец нашелся. Жив-здоров. А ваши орлы упустили Гущина. Вдвоем одного задержать не смогли. А еще выступали на земле. Болваны работают. Короче, там темно. Ну, вообще ничего не видно. Я иду просто реально на ощупь. Какие-то кусты какие-то, что-то хлыщит мне, что-то по рефлексу. Я слышу звук. Что-то девка орет просто. Ну, иду просто тупо на звук. Казалось бы, парк, да? Ну, должны быть какие-то, не знаю, там, ну, светоосвещение должно быть какое-то. Ну, хоть что-то. Куда смотрит муниципальная служба, я не понимаю. Ну, в общем, короче, понял я, что у него в руках нож, только тогда, когда он мне просто по лицу полоснуло. Так а ты что, с голыми руками на него пошел, что ли? Ну, как бы да. Ну, хорош, слушай, что, вас девчонок ждали будут, что ли? Или нет, пойдем, нет, нет. Братан, стой, никуда не уходи. Я быстренько за табельным оружием, сейчас приду. Только не убегай никуда. Такой, да? Еще бояться, ну. Такой прям, левой короной, правой похоронной, такой, на-на-на, отработал, двоечка ему в лицо. Здорово, мужики. О, здорово. А ты что такой красивый? Да Лёха сегодня ночью он воблу взял, с голыми руками на него пошел. Вот они. Герой! Что за вобла? А, это же давняя история. Наша давняя головная боль. Он пока на зоне щалился, все наше женское население вроде бы как спокойно вздохнули. А теперь вышел, вот результат. Да, и только благодаря мне наше женское население этого города может ходить по городу спокойно. Герой. Герой. Ну а у тебя что с этим-то, Ряхиным? Не срослось. Ну, тебе виднее, ты командир. Ты знаешь, что преступник, кто нет. Ладно, у себя будем. Угу. Вот же фрукт, а. И на черта Визигин его только в управление взял. Да не, нормальный парень. Одноклассник мой. Кстати, я Визигин попросил, чтобы он взял. Ну да, на свою голову. Первое дело, он его тут же завалил. По шапке вам надают. Угу. Ему-то ладно, а тебе за что? А мне уже дали. Он в глазах темно. Я вот думаю, какую мне звездочку дадут? Кожов, да. Визигин вызываю. О, давай. Иди. Сейчас награждение будет. Ой, парни, не завидуйте. Ладно, пойдем. Да, Виктор Иванович, да. Нет, не жалуемся, не жалуемся. Вон, мальчика вам нашли пропавшего, живой и здоровый. А злодея в розыск объявили. Да задержим, конечно. Куда он денется? Но почему сразу годами ищем? Ищем. Но ведь и находим же. Вон воблу неуловимого поймали. Да, конечно. Буду держать в курсе. Обязательно. Изглавка. Дедуктивно мыслишь, Нечаев. Конечно, изглавка. Все же хотят с больной головы на здоровую переложить, чтобы дело по мальчонке закрыть поскорее. Вынь да положим преступника. Да! О, давай, входи. Михаил Юрьевич... Входи.
Рассказывай, герой. Чего рассказывать-то? Я же это... Работу свою делаю. Не просто в кабинете сижу, штаны протираю, а да, на земле работаю. Вот этими руками в воблу поймал, представляете? Короче, как дело было? Значит, парк, ночь. Я слышу крики. Девочка, ну кричит, надрывается. Я не знаю, ну правда, бегу просто на голос, сломя голову. И у нее нож по щеке. Так, я вообще не про воблу. То, что ты взял его, так то не молодец, то работа над ошибками. Мне вон сейчас из главка звонили. Ты что думаешь? С благодарностями? С поздравлениями? Держи карман шире. Если бы они вообще были в курсе, что у нас тут вообще происходит. А что у нас здесь происходит? Я не знаю, что у нас здесь происходит. Мое дело маленькое. Вот, и так каждый рассуждает. Мое дело маленькое. А в результате особо опасный преступник оказался на свободе. Что-то я не помню за собой такого косяка, чтобы я опасных преступников так, куда-то... Замолчал, сел, и Нечаев не о тебе. Это он в третьем отделении накосячили знатно. Ну так в третье отделение-то и говорить, а не так, мне. Закрыл рот. Представь себе, некто Гущин, который у нас проходит по делу о похищении мальчонки, а дело находится на контроле в главке, был задержан ими за хулиганку. У-у-у-у-у. А через несколько часов выпущен. И знаешь, по какой причине? Понятия не имею. Утверждают, что звонили именно из нашего управления, кто-то из наших сотрудников. И отдали такое распоряжение. Ну, видать, крот. Ищите, что. Все, не балагань, а. Я же сам уверен, что все это выдумки. Но разбираться все равно придется. Дело-то серьезное. Гущин в бегах, да еще и с оружием. Откуда вы знаете, что у него оружие? От верблюда. Он же из КПЗ сразу домой заявился, и наши его там видели. И опять упустили! Два раза был преступник в руках, и до сих пор на свободе бегает, да еще и шмалять начал. Ладно, извини, это к тебе не имеет никакого отношения. Что там наш Корзинин? Он собирается закрывать дело Уткиной? Да вроде как нет. В смысле? Ну, только что увидел, сказал, что... Ряхин здесь не при делах. Ну, раз Корзинин сказал, это аргументище. Осталось только его мнение к делу подшить. Надо будет. Подошьем. Так, Нечаев, ну, выйди минут на пяток. Мне тут надо мозги вправить. Так точно. Так вот, капитан Коржов. Леша, Леш. Послушай меня внимательно. Вся эта история с Гущиным, она, конечно, к тебе прямого отношения не имеет. Но два прокола подряд нам никто не простит. Трясти нас будут и очень жестко трясти. Каждую блоху найдут и ее под микроскопом изучат. Ты же это понимаешь? Ты же не глупый мужик? Да понимаю, я понимаю толку. А если понимаешь, то бери лист бумаги, ручку и пиши докладную. Что писать? На чье имя? На мое имя. Описать о сложившейся ситуации, которая сложилась в вашей следственной группе. О том, как следователь Корзинин допускает волокиту при проведении следственных мероприятий, проявляет халатность в подборе материала. Нет, Михаил Юрьевич, я этого писать точно не буду. Коржов, я пытаюсь вывести тебя из-под удара. Пойми ты это, наконец. А то ведь вылетишь вместе с Корзининым за компанию к чертовой матери с работы. Да я понимаю, понимаю все. Михаил Юрьевич, вот Нечаев, радости-то будет, да? Я вспомнил, у меня же там около кабинета свидетель стоит. Я боюсь, убежит. Разрешите идти? Ну, свидетель это святое. Иди. Подумай. А,
Здрасте, Дзя. Ой, Диночка, вот уж не ждала, ты же не собиралась приезжать. Ой, и дочка привезла, Волечка, мой хороший. На бабушку стала похожа. Ой, а это еще что за зверь такой? Это не он, а она, Герда. Но она не наша. А чья же, приблудная? Нет, друга нашего Егора. Мы его разыскивать приехали. Как это? Да, Воля все расскажет, а я по делам побегу. А, по делам. О, какая деловая-то. Ну, беги, беги. А мы с Олькой своими делами займемся. Чего-нибудь приготовим. Я бабушкины цветы покажу. Я их все сохранила. Что еще за цветы? Ой, бабушка твоя, знаешь, какая мастерица была. Из ткани такие цветы делала. Просто загляденье. Вон, мамке твоей веночек сделала. Помню, сидит и приговаривает. Диночки к свадьбе, Диночки к свадьбе. У самой-то никакой свадьбы не было. Да у меня, похоже, тоже не будет. Как это? А где твой великий кулинар? Ты его что, в другое место наладила? Это из-за... Тюдзой. Ладно, все. Я молчу. Я ничего не знаю, и знать мне не положено. Ну что, Олечка, пойдем со мной на кухню? Сейчас я приду, ладно? Ладно. Я на кухне. Мам, папе хочу позвонить. Что, виновата так перед ним? В чем? Ну, я же не знала, что женщина – это родственница. Еще и шпионил за ним. Стыдно теперь так. Ну, ничего страшного. А если хочешь позвонить, звони, конечно. Вы помиритесь? Не знаю, честно говоря. Малыш, все так непросто, к сожалению. Ну, ладно, давай. Побегу. Здорово, герой. Здорово. Ну, давай, рассказывай, где сутки пропадал. К Огурцовой в гости ездил. Они с мужем держат фермерское хозяйство. 300 километров в одну сторону. Разводят кроликов. Кролики – это хорошо. Кролики же это не только ценный мех, да? Но и ценная информация, надеюсь. Ха-ха. Ну ты даешь. Ну что, рассказал тебе Огурцова, как они с Ряхиным мутили? Леша, если Огурцова с кем-то и мутила, то точно не с Ряхиным. Она его до суда вообще не знала. Как до суда не знала? В смысле? А вот так. Она палатку держала напротив Ряхинской палатки. У них, Лёша, отношения были. Только здрасте и до свидания. Понимаешь? Нет. Конечно, Огурцова была не дура. Она прекрасно понимала, что Ряхин к ней неровно дышит и что там глазками стреляет. Но, Лёша, представляешь, сколько народу на рынке? А Огурцова была очень видная девушка. У неё к тому моменту уже был жених и пузо. Она беременная была. И вот на суде ей предъявляют обвинение в сбытии краденого. Появляется кто? Правильно, Ряхин с заявлением, что это он во всем виноват. Там у всех челюсти отвисли. А у Ряхины Леша больше всех. Понимаешь, я не знаю, там прокурор поверил, он не поверил, но это его точно устроило. И это всех устроило. Беременная Огурцова получает условный срок. А Ряхин реальный. То есть ты поверил в чудесное героическое спасение фермерши Огурцовой и сделал вывод, что Ряхин здесь абсолютно ни при чем. Так? Жека, Огурцова просто торговка на рынке краденым. Все. С чего ты взял, что она будет перед тобой откровенничать? Да потому что она прозрела, Леша, Леша. Ее батю, послушай. Это надо убрать. Ее батюшка убедил в том, что то, что произошло с Ряхиным, это провидение, это ей шанс начать новую жизнь. И она старается. Леша, подожди секунду, тихо! Кто такой Ряхин? Да он никто. Его психологический портрет, ну, от слова совсем не совпадает с профилем убийцы, который убивает девушек ради бэушного телефона. Леша! Улики, Жень, улики. А у нас нет никаких улик, кроме телефона. А эту улику любой маломальски грамотный адвокат разнесет на суде.
Все. Лех, скажи, а ты ведь тоже принимал участие в расследовании об исчезновении Гущина? Ну ты даешь, а? Вот ты тему меняешь. Ну, принимал, допустим, а что? А кто дело вел? Дело вел следак Маевский. А что? Как он тебе? Да нормальный мужик, опытный следователь. После этого дела на пенсию ушел. А что? А я запросил дело в архиве, а там только пустые листки. Как ты думаешь, куда могли деться реальные документы? Жень, я не думаю. Тебе не советую. Почему? Да потому что к нашему делу это не имеет никакого отношения. У нас есть чем заняться. А что тебя Визигин хотел? Он тебе увольнением грозил? Вот. Я написал отчет для Визигина, где указал все твои заслуги в работе над этим делом. Поэтому надеюсь, что когда нашу группу расформируют, у тебя не будет никаких проблем. Не, Жек, так не пойдет. Мы вместе с тобой работаем в одной команде. Не-не-не, друг. Это моя проблема. А ты куда собрался? К Маевскому. И Дина просила кое-что узнать. Надо все успеть, пока меня не уволили. Скажи, ты не знаешь, кто ведет дело о похищении Егора Двинского? Mm-mm. Ну, спроси у дежурного. Окей. Ром, ты где? Ты нашел Егора? Да, нашел. И везу его уже к матери. Ну зачем? Она же в коме. Ты ошибаешься, к счастью. Рита уже идет на поправку. Это невозможно. Всегда бывает вместо чуда. Кстати, я предупреждаю, сейчас к нашему дому выехал наряд полиции. Визигин сказал, что поставит охрану около нашего дома. Гущин в розыске. Я как смог объяснил Визигину, что ты не сообщница. А просто жертва своей доверчивости. Я надеюсь, что он поверил. Так что хорошо, что Гущин теперь будет держаться от тебя подальше. А ты? Ты ведь меня не бросаешь? Знаешь, мы сейчас не до этого. Обойдусь без твоих советов! Нечего меня пугать! Ян, вы чего кричали? Она тебе снова угрожала? Хочешь, я скажу ей, чтобы она здесь больше не появлялась, а? Я хочу, чтобы ты... На это посмотри. Это Кирюхины анализы. Я в этом ничего не понимаю. Чтобы понимать, у Кирюши такое же заболевание, как и у Коли. Он умрет. Кирюша умрет. Ян, почему сразу умрет? Я денег заработаю. Мы его вылечим, Ян. Заработаю, вылечим.
Ты про Колю то же самое говорил. Ты говорил, я заработаю, вылечим, и ты ни черта не сделал. Ты ни черта не сделал, он умер. Он умер, мой сыночек, и Кирюха так же умрет, я не переживу, слышишь? Я... Яна. Кирюха. Проснулся уже. Кушать хочешь? Пить хочешь? Да. Сейчас накормлю, напою. Все будет хорошо. Попьем. Все будет хорошо. Господа Щеглова, лейтенант Комаров, водичкой не угостите. Сейчас. Дин! Жень, привет. Привет. Ну ты чего? Я тебе тысячу раз набрала, ты трубку не берешь, я же волнуюсь. Удалось что-то по поводу Егора узнать? Прости, я не мог ответить. Удалось. С ним все в порядке, он жив-здоров, а за подробностями Кроме. Слава богу, я сейчас Ольгу наберу. А почему за подробностями Кромки? Ну, потому что дело на контроль городских властей, а он официально районный представитель по правам ребенка. А, ну да. Скажи, пожалуйста, а удалось задержать того, кто Егора похитил? Нет, ищут. А понятно, кто это? Да, это Гущин. В смысле? Ванька Гущин? Ванька Гущин. Ну, это бред какой-то. Зачем ему Егор понадобился? Егору звонила женщина. Она представилась спонсором. Мне это сразу показалось подозрительным. Дин, я не знаю, что да как, но никакой ошибки быть не может. Гущин в бегах, он вооружен. А дом Щегловых охраняют. Да ты что? Да. Значит, Нелька в опасности? Ну, это тоже очень странно. Она всегда очень хорошо относилась к Гущину. Бесконечно помогала ему. Я хочу с ней поговорить. Отвезешь меня? Если ты хочешь. А ты не хочешь с ней поговорить? Я не могу, у меня встреча. Взгляни. Не знаешь, что это? Я абсолютно точно где-то видела этот рисунок. Где? Ну, я так не вспомню. А что? Да нет, ничего. Если вспомнишь, дай знать. Янка, ты прости меня, что я к тебе редко приходить стал. Кирюха наш молодец. Уже по слогам читает. Здоровье более-менее. В город его хотел забрать. Там школа хорошая. Но на будущее. Медицина тоже хорошая. Да мамаша твоя, Грымза, накаркала. Ничего у тебя не получится, Иван. Не получается. Даже сына вылечить не получается. За тебя отомстить не получается. Я же на все 100 был уверен, что это Анька. Запутали меня. Или я сам запутался. Ян, ты прости меня. Устал я.